Здравствуйте, мои дорогие друзья. Мы продолжаем находиться в городе Варшава, в столице Польши, которая является столицей Польши более чем 4 столетия. И мы сейчас находимся на смотровой площадке на 30 этаже в доме, в палаце, да, во дворце науки и культуры. Мы взяли билеты на эту смотровую площадку, где замечательные виды открываются и на современную Варшаву, и на Варшаву историческую. Замечательные небоскребы. А в отеле мы живем, отель Ладзинковский, там находится Королевский парк. Поэтому общее впечатление замечательное. Конечно же, мы видим памятники модерна, мы видим памятники неоклассицизма, вот, которые корнями все уходят в древнегреческую, византийскую культуру. И я очень себя чувствую комфортно. Личные впечатления, будто бы я не пересекала границу Украины и Польши, будто бы я попала во Львов, только гораздо больших масштабов. Родина Шопена, европейская столица. Я тебя полюбила. И мы с моим сыном продолжаем ее изучать. Всем добрых дней!